Добрый день, меня зовут Оксана Мороз, я культуролог, кандидат наук, доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук, РАН ХИКС и лектор высшей школы экономики. Я изучаю проблему коллективной памяти и, по сути, того, как люди припоминают болезненные, социальные, техногенные или какие-то другие большие катастрофы, и как это припоминание явлено в массовой культуре. 17 октября в культурно-просветительском центре «Архе» я начну цикл лекций, который называется «Боль как память, память как боль». Если вы хотите понять, почему люди так по-разному реагируют на воспоминания о прошлом, почему какие-то большие катастрофические страшные истории до сих пор живут в сознании людей, и как в этих сознаниях они преломляются в некоторые образы и метафоры и культурные продукты, то этот курс специально для вас. Он не только связан с желанием разобраться, как устроена коллективная память, чем она отличается от индивидуальной, как память и история перетекают плавно друг в друга, и почему в конечном итоге так или иначе мы документируем наше припоминание прошлого, и это может отличаться от того, что появляется в официальных источниках. Но этот курс еще и старается показать, как, собственно, массовая культура, как какие-то продукты и объекты, которые мы считаем объектами отдыха, становятся некоторым подспорьем и лекарством для травм прошлого. Наш курс составлен из 4 лекций. Лекции будут идти практически каждую неделю. Сначала мы поговорим о том, как устроена коллективная память и какие исследователи об этом пишут и говорят сегодня или говорили в недавнем прошлом. Затем мы посмотрим, как устроен кинематограф о памяти и почему его можно считать помогающим коллективному припоминанию. В конечном итоге мы обратимся к тому, как устроена цифровая среда или онлайн-культура и как в пределах цифровых сервисов люди припоминают что-то из прошлого и отрабатывают какую-то боль и травму прошлого. И, наконец, суммарно мы поговорим о том, почему в современной культуре так много разных способов разговора о памяти, в том числе болезненной, и как современная культура, в принципе, оказывается пространством терапевтирования не только каждого конкретного человека, но и каких-то групп и сообществ. Лекции будут проходить по четвергам в культурно-просветительском центре «Архе». Это метро «Спортивная», 2 минуты буквально от метро. Каждая лекция будет начинаться в 19:30. Я буду очень рада видеть вас на этих лекциях. Приходите и до встречи.